Друзья мои, с вами я, Светлана Ата. В предыдущем моем видео я с вами разговариваю на тему отношения к вере, мусульманства, христианства. В этом видео я хочу поделиться с вами и ответить, тоже меня сподвинуло к самужеству. Ну, вторым пунктом. Первый, значит, мне понравилось, как он отреагировал, мой муж, на отношения к христианству. Вторая тема была такая. Он мне сказал: Светлана, чтоб ты знала заранее, когда мы поженимся, то ты знаешь, что у меня есть квартира в Мерсине. Знаешь, что эта квартира, если вдруг что-то со мной случится, то ну, какая-то часть будет твоей. Ты также претендуешь на получение моей пенсии. В Турции это таким образом происходит. Мужья умирают, и жены продолжают получать пенсию. Для меня это было все новшеством, так удивительно, странно. И так приятно, что муж мой, еще не поженившись, заранее говорит, что меня ждет. То есть он хотел сказать, что гарантирует мне какую-то вот отдачу. Почему? Потому что я бросила свою страну, бросила свою семью, бросила свою работу. Все бросила ради переезда в Турцию и вот жизни с ним. Конечно, мне это очень понравилось, потому что он думал о моем завтрашнем дне, давал какую-то гарантию мне. И вы, мои хорошие, тоже обращайте внимание на эти мелочи, но они не мелочи, кстати, что я хотела сказать. И еще знаете, что очень часто меня спрашивают о моей адаптации в Турции. Как я адаптировалась в Турции? Как я привыкла? Ой, это было, конечно, нелегко, но я все делала для того, чтобы не осложнить ее. Но немножко было в конце трудновато очень. Но я все равно нашла выход. Кто ищет, тот всегда найдет. Друзья мои, когда я переехала, конечно, так получилось, что мой муж взял отпуск. Мы жили в другом городе, как я рассказывала. Мы приехали на 10 дней. И вот то, что нас быстро поженили, ему еще продлили на 10 дней. И он должен был возвращаться. Представляете? Мы 20 дней с ним побыли здесь. Я ходила с ним везде за ручку, потому что не знала, запуталась вообще в Мерсине, не знала, где что и как. И вдруг он должен был уезжать через 20 дней. И я осталась одна. Представляете? Вот он мне научил дорогу до моей заловки. К счастью, она здесь поблизости. Затем, значит, он показал мне, где базар, куда надо ходить, магазины. И вот я осталась одна. Было очень трудно расставаться. Но представьте, после 20 дней, как мы побыли в браке, он должен был уехать. Ну, так вот, он уехал, я осталась одна. И Виктория Гювен, есть блогер из Мерсина. Вот я заходила к ней и обучалась жизни в Турции, что надо делать, как надо делать, потому что я ничего не знала, как принимать гостей, как ухаживать за гостями, что надо делать, как здороваться, как не здороваться, как ходить, как разговаривать. Представляете, я вообще боялась сделать какую-то оплошность, ошибку, и поэтому ничего не выходило, и училась по роликам многих блогеров. Так вот, мои хорошие, значит, я была очень так, килограммы набрала после свадьбы, после первого года, как говорится, жизни в Турции. И вот я решила взять себя в руки. Села на диету, заклеила себе рот, села на диету Дюкана, помню тогда, и все. И начала заниматься, решила заниматься спортом. Так вот я утром выходила, у нас здесь вот вдоль речка, вот такая вот речка. Ну, я смотрела с балкона, что очень много с утра ходят, занимаются спортом. Вот я решила вместе с ними. И на протяжении 2 месяцев это была только моя территория, потому что я боялась куда-то выйти. Мой муж мне говорил, что не выходи пока на берег, потому что там, чтобы не было никаких неприятностей, ты пока еще ничего не знаешь, еще пока ты не адаптировалась. Короче, вот так вот я была только в нашем районе. Но я постепенно начала вылазить подальше. Ходила уже, нашла магазины, познакомилась с Шоком, Кар, этим Бимом, Юзбиром, потому что мы только, муж меня научил в Карфуре, в Карфуре потом я посмотрела, что очень дорого, где можно сэкономить, на что-то себе потратить.
И вот я стала выходить все дальше, 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 дальше. Когда у меня была депрессия, плохо было, я выходила, покупала себе всего, что хотела, косметики и все. Думала, ай, муж мой оставил мне карту. Я так переживала, думаю, Господи, как он отреагирует? Как он отреагирует, думаю. И я ему все выставляла, так фотографировала, показывала. У меня была депрессия, и все, он никак не реагировал, представляете? У меня вообще умничка. Я могла потратить за один раз 300-500 лир. Представляете, это большие деньги. Я так много ходила утром, занималась. Потом приходила, готовила себе диетическое блюдо. Потом у меня была уборка. Потом я каждый день убиралась. Каждый день. То в одной комнате, то в второй, то в третьей. Потом смотрела передачи, смотрела сериалы. В общем, я вся была погружена в телефон, в телевизор. А в последнее время я вообще не при... Вот он мне даже с утра я встала, не включенный. Вообще не интересует. Если что, я сразу в Ютубе. Ну так вот, вот так я адаптировалась, искала себе приключения. Ну, вечерами было, конечно, сложно. У меня была бессонница. Я вот делала себе настойки из мяты, из зеленого чая, валерьянку пила. И вот 3-4 ложилась. Но когда мужа нет, тяжело. И так у меня было одно и то же. Потом пришла у меня, значит, я получила временную прописку, вот чего мы ждали. И я в этот же вечер отправилась к мужу в город. Вот так вот. И это было, как говорится, первый период моей адаптации. Я старалась сходить, не сходить с ума, искала себе приключения. И начала тогда вязать. Представляете, до сих пор у меня скатерть никакая. То я кофту там хотела вязать, то я это вязать. Разговаривать только по интернету с мамой, с подругами могла, с близкими. А так с соседями тут вообще никто ни с кем не общается. Не знаю, может, со мной не общается. Потому что в этом доме жила бывшая жена моего мужа. 10 лет назад уже где-то будет. И, конечно, соседи так на меня осторожно смотрят. Что и как, уже потихоньку на данный момент начинает общаться. Ну, здрасте, до свидания, они говорят в лифте, когда встречаются. И на этом все. Ну, мне, в принципе, очень много дел сейчас. Я занята, мне так и не нужно это, такого очень общения. Когда придут, пожалуйста, я рада гостям. Мы в последнее время подружились с соседкой, она вот смотрела за моими цветочками. Мы там угощаем друг друга вкуснятинами разными. Ну так вот, и вернулись опять в Мерсин, опять у меня в такое состояние безработицы, я уже устала отдыхать, было тяжело. 2 года мой муж был без работы, это было тяжелое время для него, это было действительно очень тяжелое время, когда мужчина не зарабатывает деньги, это трудно, но я нашла выход. У меня было, тоже был какой-то момент, сначала очень тяжело, было у нас все, и вдруг стало ничего. Родители нам помогали очень сильно, как могли, помогали. И вот, друзья мои, что я хочу вам сказать, я начала искать себе работу, начала с медсестры, везде все было. Сказали мне нет, потому что нужно подтверждать денклик. Денклик нужно было ехать в Грузию ехать большие деньги. Мой муж не работает, как я поеду? И там документы то же самое. Так вот, мои хорошие, я вот утром бегала, вставала рано, уже начала бегать на бульвар туда по берегу, чтобы с ума не сойти от этой депрессии, держала себя в руках, говорила, держись, держись, все будет хорошо, именно себя морально поддерживала, потому что очень трудно нужно было помогать моей маме, моей семье, детям, вы сами знаете. Мне ничего, я ни в чем не нуждалась, у меня все было. Как бы мой муж не работал, но у меня было все. Он смотрел за мной, ни в чем мне не отказывал. Вот что мне нравится в турецких мужчинах, турках. Они все смотрят за своей женой, ценят и то, что нужно говорить. Говорите, не стесняйтесь, они обязаны это смотреть, и они выполняют свои обязанности. Вот что мне нравится. Но я беспокоилась о своей семье в Грузии. И вот, друзья мои, как-то получилось так, что вот я с медсестрой, у меня не получилось. Я даже тихо-тихо писала объявление, хотела даже ухаживать на дому за ребенком. Но они все хотели, чтобы с проживанием, и давали очень низкие зарплаты, это не стоило того. И когда мой муж увидел это объявление, он рассердился немножко за мою инициативу. Говорит, не нужно ничего, если тебе что-то надо, скажи мне. Но я видела,
что ему действительно тяжело, как я могла сказать, когда ему тяжело. Но старалась заниматься самореализацией. И вот я нашла работу в интернете, очень много искала чего в компании Global Intergold. Это действительно, вот я очень много была зарегистрирована во всех компаниях, остановилась в итоге на этой, потому что она занимается золотом. Интернет-магазин золота. Мы зарабатываем золото. 2 месяца я следила за партнерами и членами компании Global Intergold, и потом я приняла решение, когда увидела, что под Новый год они стали зарабатывать такие бабки, а я сижу и жду погоды у моря. И я нашла какую-то сумму, сделала предоплату, и сейчас я в этой компании, слава Богу, вот мой муж только сейчас начал зарабатывать, я помогала своей семье, да, мои хорошие. Женщины сильные, мы не потеряемся, мы всегда найдем выход. Как бы нам ни было трудно, но мы находим выход. И вот сейчас я, благодаря вот этой компании Global Intergold, я открыла YouTube, потому что главным условием, каждый раз нам всегда говорили на вебинарах, научитесь снимать видео, создавайте свой YouTube. Создавайте свой YouTube, чтобы люди шли на вас сначала, как на личность, а потом уже говорите за бизнес. И вот благодаря моей компании Global Intergold я стала ютубером, открыла свой блог. И вот на этом моя адаптация, как говорится, я адаптировалась. У меня все сомнения, плохие мысли ушли в сторону, мне некогда было этим думать, друзья мои. Вот если вы хотите, вот приехали в Турцию, говорится, муж ваш, вас обеспечивает, а вы сидите, ну, устали вы, понимаете, устали вы уже, устали вы сидеть и отдыхать, понимаете? Займитесь каким-то делом. Каким делом заняться? Самореализуйтесь, понимаете? Займитесь, не обязательно там, я не призываю никого в мою компанию, это вы должны сами смотреть и делать свой выбор, сколько есть компаний, надо чем-то заняться, занимайтесь спортом, занимайтесь работой, занимайтесь, откройте свой YouTube, найдете столько друзей. Ой, вот такая была моя адаптация, период адаптации моей в Турции. Пишите в комментариях, что вас еще интересует, мои хорошие. Буду заканчивать, а то вы не будете смотреть мне столько времени. Кстати, мне осталось очень мало. Не буду говорить, что мало мне осталось. Скоро вы сами увидите. Так вот, ставьте дизлайки, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами была Светлана. Так, пока-пока. До свидания.